Неужели первое ток-шоу с участием герцогов сассекских ничему не научило Опру? Или она жаждет взять реванш и наконец-то проявить профессионализм и поработать как настоящий журналист, не только округляя глаза и выдавая в эфир удивленное ваааат, а задавая уточняющие вопросы? Королевский эксперт Нил Шон утверждает, что источники, близкие к Опре, Уинфри сообщили, что Опра и сассексы уже подробно обсудили возможность второго ток-шоу с участием Гарри и Меган, причем появиться на телеэкранах оно может в самое ближайшее время. Якобы сассексы хотят вновь рассказать свою правду. Хотя все мы помним, что в первом интервью Опре Уинфри лжи было куда больше, чем правды. Гэн Шон сказал: «Интересна последующая реакция общественности на те откровения, которые были озвучены сассексами в первом интервью. Даже лагерь Опры Уинфри теперь озадачен. Какова была истинная история некоторых ответов Гарри и Меган на вопросы американской королевы интервью?» И теперь, сообщает Нил Шон, команда, которая делала первое интервью, задается вопросом, нужно ли им теперь делать дополнительное интервью с сассексами. Сам Гэн Шон считает: «Я думаю, что это было бы потрясающе. Но лично я сомневаюсь, что Гарри и Меган действительно согласятся на второе интервью. Паре не слишком удобно будет вновь сесть напротив Опры и вновь подвергнуться прожарке на гриле этого ток-шоу». Тем не менее, несмотря на все оговорки, Нил Шон признает, Опра достаточно авторитетна и вполне сможет убедить сассексов дать второе интервью. Опра Уинфри – очень мощный телемагнат и без сомнения хотела бы получить версию Гарри и Меган о том, что произошло за последние 6-9 месяцев, их взгляд на события. Переговоры о том, чтобы провести второе интервью, ведутся между CBS TV и Harpo Productions, медиакомпанией Опры Уинфри также идут довольно давно. Но делается это без огласки, с учетом всемирной негативной реакции и последующего развенчания большей части того, что было сказано в интервью Меган и Гарри, вышедшем 7 марта нынешнего года. Многие международные вещатели заплатили крупные суммы за право трансляции этого интервью. И до сих пор оно является одной из самых спорных телепередач текущего года. Этого даже сама Опра Уинфри не могла предвидеть.